13 декабря весь православный народ отмечает День святого Андрея Первозванного, так как апостол Андрей был первым учеником Иисуса Христа, последовавшим за ним. Имя Андрей греческое и в переводе означает «мужественный». И как отмечает верующий народ, он был просветителем всей православной церкви, демонстрируя непоколебимую веру в Отца Небесного. Даже на горе в городе Киеве стоит храм в честь Андрея Первозванного, и он водрузил крест. Тем самым он показывает, вера какая наша должна быть крепкая. И надо сказать еще о том, что сам Андрей Первозванный принял такую же смерть, как Спаситель наш. Только он сказал, что я не удостоился той смерти, чтобы быть висячим на кресте. И предпочел себе принять смерть головой вниз. Вот настолько была его крепкая вера. Люди, пришедшие сегодня в Камрадский собор Иоанна Предтечи, обращаются с глубокой верой к святому Андрею и с различными просьбами. Сегодня приехала в гости к девочкам и зашла сюда, чтобы помолиться, поблагодарить Бога за все то, что нам дает, чтобы Бог дал нам терпение, смирение, кротость. Чтобы помолиться святому Андрею, чтобы даровал нам здоровье, чтобы было все благополучно. В каждой семье, дай Бог здоровья всем. Молиться Богу и Андрею Святому, чтобы он нам помог во здравии, во всего хорошего, чтобы плохого мы не делали. Сегодня праздник большой для здоровья, для всем, чтобы был мир, чтобы был дружно, жили люди спокойно. По библейским преданиям, апостол Андрей – покровитель семейного очага, а также ему молятся о здравии и не только людей, но и животных. Молятся ему о здравии, о благополучии в семейном положении, в семейных очагах и, конечно же, о здравии подачи животным. Таким образом, это величайший праздник. Я вас всех тоже поздравляю с этим праздником. Желаю вам мира, благости. Память святого Андрея Первозванного торжественно почиталась в дореволюционной России. Император Петр I учредил в честь апостола Андрея I и высший орден, который давался в награду сановникам государства. С петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг на белом фоне голубой крест формы X, под синью которого русские одержали множество побед.